Доброго утра. 10 часов у нас. Я встала, проснулась с Афанасием где-то все в 9:10, 9:15. Вот так мы еще с ним повалялись, потому что у него кошелек, он какой-то такой простуженный. Вот, а сейчас у меня тут полным ходом приготовление завтрака. Пожарила тосты. Сейчас детям буду делать гренки. А себе, раз уже этот сыр закончился, сделала здесь пачка творога 5% сметана, петрушка, соль и перец. Не знаю, попробую сейчас намазать вот эту штуку на тосты. Григорий еще запал после этой вчерашней тренировки, не прошел. Он там вот грушу молотит. Я уже сковородку поставила разогреваться. Яйца тут немножечко воды, буквально, не знаю, там пару столовых ложек. Сейчас еще буду солить, перчить. В общем, просто разбить яйца и обмакивать туда хлебушек. Так, все, греночки даже жарились. Вот это последнее. Я их жарила из вот такого вот резаного хлебушка. Он такой вот маленький по размеру. Так что сейчас будем кушать. Все, будем завтракать всей семьей. Все бегут завтракать. Ты. Ты. А они там гречки? Кто? Греночки? Ну такие, да. Так, все, мы позавтракали. Я уже перемыла тут посуду. Думала, что на обед, но, скорее всего, доедим зеленый борщ. Тут такого не доестся. Вот, папуля наш поехал, заедет, а он забрал этот предохранитель в магазин, узнает, привезли его или нет. Вот, и я сейчас пойду складывать гору белья. У нас пошел дождь, думали пойти на улицу, но нет. Нет, выкинь, ты не будешь есть эту конфетку? Да. Пойди выкинь тогда, пожалуйста. Тофу не взял, ее запихал вон под стол, под крутилку. Пойди выкинь, пожалуйста, конфету. Ага, взял туда ее. Нет, Афоня, сейчас поссоримся с тобой. И руки помой, пожалуйста, хорошо? Иди выкинь. Давай. И руки мыть. Быстренько, они липкие. Руки помой, побеги. Потом придешь. Угу. Да. Так, все, гардеробный порядок навела, по крайней мере, на столе. Что там у нас на улице? Надо посмотреть. Дождик. Ну, мальчишки на улице, Афонька только зашел, а Гриша и Антошка на улице. Но дождика нет. Ветерок, тучи все равно бегают. Серое все небо. Ирисы вот уже стали раскрываться. Я уже пропылесосила, и теперь Афонька пылесосит. Папа на улице, да? А ты пылесосишь? Давай, давай. Я сейчас пока машинки расставлю на место, хорошо? Так, на обед будем кашку доедать. Здесь еще кусочек антрикота и несколько котлеток. Кто что захочет есть, еще борщик. Сейчас его перекипячу. И в чем будем обедать. Так, ну что, я проснулась. Афоня укладывала спать, сама заснула. Сейчас буду пить кофе. Наконец-то бариста купила по скидке, потому что был... Якобс Монарх, что-то он мне не очень понравился. А я посадила. А Григорий был как раз на улице с бабушкой, да? А перец нажал. Перчик посадил свой. Горький ты? Остренький, да. Бабушка. Горький. Горький? Горький. Да, молодец. Сейчас мама пойдет посмотрит. Порезал. Немножко пальчик там вот где-то порезал. Уже мы уже перекисью, да, все обработали. Там вроде потеплело, да, Гриша? Да, я уже в футболке и куртка. Угу. Шапка как. Как у порядочного мужчины. Сейчас я, короче, попью кофе и будем. Наша мама, ну папа даже с бабушкой сказали, что можно просто вот такую кофту потоньше, потому что я с расстегнутым кофе. Жарко, и да? Уже жарко становится. О, Григорий, ты на улице катаешься, а Афоня не катается? Фофонька, а где твой велосипедик, сынок? Где твой велосипедик? Там же он. Тебе принести велосипедик? Ну,
сейчас я тебе принесу. Сейчас девушка выйдет, да? Пойдем, будешь кататься. Я тебе вот велосипедик принесла. Решил, подожди, сейчас дедушка выйдет. Я делаю успехи. Успехи? Вот кто делает успехи. Вот кто делает успехи. Пока! Наташа вообще не делает. Да что он не делает? Он делает. Гриш, дай попробовать. Мы же ему тоже собрали же на день рождения новый велосипед. Гриша. Что? К дедушка поехал. Да даже на сиденье садиться не надо тебе, Антош. Ты пока не садись на сиденье. Ты не достанешь еще ногами, котик. Ну, потому что там же сиделка-то поднята. Ну, все тогда, Тоха, езди пока на своем. Мама, где мой двухколесный? Ну, надо, где его положи? Вот он лежит. Возле машины. Ну, ты этот закати. Ой, Сержаня мне тут дорожку прокосил. Сейчас буду здесь выгребу. У меня тут уже пионки стали распускаться. Вот эти вот розовые уже прям те, которые были на солнышке, очень большие. Красивые. Молодой сад. Да, и вот там вот еще беленькие. И куча васильков. Да. Это васильочки. Это же в красной книге. А я не знаю. Ну, это не те, наверное, васильки. Это ж такие васильки. Палисадники, которые... Вот это тоже васильки? Угу, розовенькие, да. Петушки вон тоже красивые. Петушки уже пошли. А это все-таки не сдох цветочек, продолжает цвести. Кто-то написал, как это, цыганские сережки называются. Но они правда похожи на сережки. Красивые. А Фоня здесь что-то копает. А что ты тут делаешь, сыночек? А? Яма тут? А кто ее выкопал? Ты? Нет, это мы. Да? Я ему забил, и он обиделся. А глянь, ты видела, что мы сделали? Взяла. Ириш, ну ты сейчас будешь весь в песке, не надо. Сейчас беру клюшку. Смотри. Ты сейчас ее только сломаешь, клюшка не гнется. Ну, он тоже... С другой стороны попробуй. О, еда. Видать? Видела? Угу. Пещерка, да? Эй, ты что мою лопатку взял, Антон? Это моя лопатка. И штаны. Я сейчас сразу здесь. Мага, ухо какое! А ты, пожалуйста, ухо это. Ухо прикрой. Я говорю. Я могу убрать его. Не надо ничего. Мусор. Тучи тут заходят вообще бешеные со всех сторон, причем нас окружают вот такие вот черные тучки. Так, а мы сейчас зашли ужинать. Я, если честно, там в палисаднике копалась, ничего не приготовила. Сейчас будет быстрый ужин. Это салатные листья с Гришиного огорода. Сейчас я их помою. Сразу корешки там обрывала на месте. Такие вот молоденькие. Так, сейчас я буду делать вот такие вот лепешки, которые мы еще тогда на Красной площади в этом покупали. В фикс-прайсе. Здесь соус. Я сделала майонез, кетчуп и немножечко горчицы. Здесь курица в духовке. Я еще с дня рождения, в общем, достала, которую я прятала в пакетик на мой день рождения, который мы жарили. И она была в морозилке. Сейчас я все отправила в духовку, она разогрелась. Огурчики. Будут салатные листья с Гришиного огорода. Григорий, я сейчас... Гриш, ну можно вот это к ней делать? Так все хотят делать, Гриш. Я сейчас все сделаю. Это огурчик. Бегите, я вас сейчас позову. Сейчас я все это заверну в лепешки. А папа сейчас чуть-чуть зеленого лучка принесет. Так что, ну все, я буду начинать готовить. Папуля нам принес зеленый лучок. Здесь 8 штучек. Открыла я 2 пачечки. В каждой пачке по 4 тортильи эти. В общем, сейчас буду делать
как это там, кисайдиас или как-то так называется. Будем пробовать с курицей. Так, готовлю я тортильи, заворачиваю все на одну половинку, складываю начинку. Круто. И накрываю. И вот это вот все обжариваю на сковородке гриль. Сначала вот жарила на сухой, здесь тогда полосочек не видно. Немножечко добавила подсолнечного масла, теперь видно красивые вот полосочки. Ох, да и горячий прям. Угу. Все, ребяточки, здесь горячая сковородка, я сейчас вас позову кушать. Чаек делаем? Да! Ну, бегите. Хорошо. Покажи, Заюня приехала в новых кроссовках. Звезда. А ну-ка попрыгай, Зай. Светятся Свет, у тебя. Так не улица. Здравствуйте. А мы еще не ходили в них. Ой, ё-моё. Подожди, подожди. Что, мы будем роллы? Я пытаюсь запихнуться, но я уже чай сделаю. Родня еще пиццу привезла. Ты пиццу ешь? Пап, ну а как тебе эти штуки? Сижуне не хватает остроты, да? Да, а так сказал нормально. Вот такие вот они, полосочки. Конечно, черная корка бы остроту не испортила бы, да? Так, опять у нас роллы. Сейчас будем крутить сегодня. У нас выходит, получается, вот это все примерно на 500 рублей, да? По 250 рублей мы делим. Все по-честному. Ага, вот еще сыр творожный. Вот, сейчас будем мотать. Так, сегодня у нас роллы вообще не удались, да? Нам даже пришлось переваривать рис, покупать другой, потому что один был вообще уж совсем расквашенный. Вот этот первый самый ролл, он получился как не знаю что. Вау, такая сосиска. Вот, так что мы пока его не режем, надеемся, что наедимся второй партией. Так что сейчас будем пробовать наши недоделанные роллы. Что вы тут будете? Пузыри? Да. Ну давайте, я пошла, вы тут пузыри, хорошо? For all the times that you ain't my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake, you think I'm crying on my own, well I ain't.